Всем доброго времени дня. Меня зовут Светлана. Я мама Димы. Димке 2 года и 7 месяцев. У Димки задержка психоречевого развития. Занимаемся мы с Давидом на протяжении 3 месяцев. Хотела бы рассказать о том, что у нас произошло за последний сеанс. Дима очень сильно царапался. У меня руки были все поцарапаны. Это было что-то невыносимое. Царапался, щипался, и он знал, что он делает больно, и он делал мне это. Давид просил оставить видеоотчет и показать на видео, как Дима это делает. Сняли видеоотчет, отправили. Прошел какой-то промежуток времени, и я обратила внимание, что у меня зажили руки. У меня нет ни одной царапины. Буквально на следующий день пытаюсь дозвониться, как всегда, до Давида. К вечеру получилось, рассказываю, что вот оно, свершилось чудо. После того видео Димка перестал щипаться, царапаться, и у меня зажили руки. На что нам всем известный доктор очень за нас порадовался, но сказал, что я ваше видео, Света, даже не открывал. Слишком много народа, слишком много людей. Но рад. Но чудо, правда, да? Год мы мучились, и год я не могла с этим ничего сделать. И здесь на тебе. Я даже не заметила, как. Еще огромный плюс у нас произошел. У нас сын начал заниматься машинками. Начал их катать, начал... Мы купили дощечку ламината, да, поставили ее правильно. И он начал по ламинату собирать все машинки и спокойненько себе скатывает их. Раньше к ним даже близко не подходил. Я бы хотела сказать в очередной раз огромное спасибо вам, Давид. Спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши слова и за ваше внимание. Я бы не знаю, что мы делали, если бы не вы. Спасибо вам большое. Всем желаю поверить чудо. Звоните, мучитесь, дозванивайтесь до этого дядьки. Надеюсь, что всем поможет. Все, до свидания.